Здравствуйте, мои необыкновенные! Я безумно рада видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я сделаю расклад на тему, о чем молчит его душа. Интересно посмотреть. Для начала я сделаю сигнификацию вас. Мужчины, посмотрим, в каких вы энергиях, познакомимся. Посмотрим, что между вами. И дальше я уже буду раскрывать эту тему. Настраивайтесь на мужчину. Вспоминайте моменты, когда вы были вместе. Когда вам было хорошо. Когда вы были в положительных энергиях. Чтобы я буквально сейчас... Да, убираем плохое, девчонки, сразу вижу. От негативчика отключаемся. Входим в один энергопоток с мужчиной. Чтобы я через Таро смогла напрямую через Вселенную прочесть всю информацию. Я растворяюсь в солнечном свете. Через меня с вами будет говорить Вселенная. Называйте имя мужчины. Свое имя, вспомните его волосы, настройтесь на него. Пока вы настраиваетесь, я хочу вас поблагодарить за лайки, за комментарии. Я все читаю, все вижу. Хочу поприветствовать своих новых подписчиков. Люблю, обожаю всех и каждого. Вы у меня самые необыкновенные на канале, поэтому вы здесь со мной. Также благодарю вас за донаты. На эти деньги куплены новые карты и деньги отправлены на корм птичкам. Как меня благодарить? Вы увидите ссылочку в закрепленном комментарии. Также приглашаю вас подписаться на мой Инстаграм, Фейсбук и Телеграм-каналы. Там у нас спокойно, уютно, тепло, нежно. Каждый делится своими впечатлениями, историями. Я делаю ежедневно там другие расклады, совет от Вселенной, от рун и много чего интересного. Подписывайтесь, всегда буду вам рада. Ну что же, назвали имя мужчины, дата его рождения. Посмотрим, в каких он энергиях. Ваше имя, дата вашего рождения. Поехали, какой это сегодня? Какая вы? Что между вами? Какой это сегодня? Какая вы? Что между вами? Что-то тут у вас перекрученная ситуация, у кого-то тут неправильное, сразу вижу, идет восприятие реальности, отношений между вами. Но сейчас мы будем разбираться, какой мужчина дополнительно тебя, милый. Ну вот, какая парочка у меня пришла, да? Как называется это? Близнецовая пламена. Те, которые считывают, ощущают, чувствуют друг друга без слов. Те, которые нашли буквально свое отражение в жизни. Вот такая пара ко мне пришла на расклад, необыкновенная. Те, которые держат одно сердце, одну душу на двоих. Какие вы у меня красивые. Обожаю вас. Давайте посмотрим, что же нам расскажет Таро о том, какой мужчина пришел, в каких он энергиях, что у него происходит. Мужчина тут прямо, знаете как... Классный, честно говорю. Мужчина тот, который меняется, трансформируется, меняет свои взгляды на жизнь. Сейчас он осознал, что нужно слушать свою душу, отключать разум. И он говорит, что все невозможное возможно. Главное планировать, да, буквально посадить это семечко, да, семя надежды. Отпустить его в небо. Кто называет это мечтой, кто называет это молитвой. Без разницы, вы отпускаете это от истинного чистого сердца. И он говорит, что я знаю, что все, чего я попрошу, я захочу, Вселенная меня услышит. Здесь он буквально ногой придавил этого дьявола, который шепчет всякие лесные нехорошие дела, вы понимаете как? И он сейчас слышит душу, слышит Вселенную. Классно, я безумно рада за мужчину, который действительно сейчас понял, что основная опора в его жизни — это душа. Что еще могу сказать о мужчине? Здесь мужчина такой мечтательный. Вот он может в жизни занимать очень такую серьезную определенную ступень. Может на работе где-то быть в начальниках, либо же у него сама работа, которая связана с решением, принятием решений. Здесь он может физически быть таким крупным, либо накачанным, либо же, знаете, вот у него такое вот внутреннее «я», что его не сдвинешь с места. Здесь как я решил, как я сказал, так и будет. Здесь он буквально царь, здесь он буквально властелин
идет такая информация, место, где он находится на рабочем процессе. То есть там себя он чувствует конкретно, уверенно. Но вы знаете как? Мужчина, который создает свой внутренний мир в своем осознании, в своей голове, то есть здесь он четко, ясно понимает, чего он хочет, вплоть до деталей, вплоть до времени года, вплоть до погоды. Вот классный, честно, вот такие вот люди, правильно мыслящие, правильно строящие свою будущую жизнь, свою новую реальность, и действительно добиваются этого. Здесь мужчина, причем показывает карты, он убедился в том, что это все возможно. То есть у него были уже заранее построены какие-то планы, сейчас они осуществились в жизни, и он четко, точно знает, в каком направлении ему двигаться для того, чтобы продолжать добиваться, развиваться в жизни вообще в каком-либо направлении. Супер, молодец! Ой, девчонки, конечно же, с нами руны, как всегда, да, заряжается энергией пары, которая здесь присутствует, и обязательно в конце расклада мы посмотрим совет от рун, либо дополнение к тому, что здесь будет озвучено. Так, давайте посмотрим, какая вы у меня сегодня, в каких энергиях пришли. Ну, вы тоже такая умничка у меня. Я смотрю, вы как-то с мужчиной выходите в положительное, в светлое, понимаете? Вы тоже. Вот он этого дьявола придавил ногой. Хочу, чтобы вы все это видели, девчонки, как это все работает. А вы посмотрите, вот тоже вот всю эту нечисть просто стираете сами своей рукой для того, чтобы очистить мир, очистить пространство. Возможно, убираете каких-то нечистых, грязных людей с грязными помыслами, с грязными поступками, с враньем, с предательством, с обманом, со своей жизни. Здесь вы очищаете свое пространство. Кто-то, возможно, дома наводил порядки, вот убирал что-то старое, избавлялся от чего-то, что уже гнетет, что приносит негатив в ваши отношения, причем с мужем. Здесь с мужем? Вау, девочки! Смотрите, кто-то здесь смотрит на мужа, кто-то на своего бывшего, а кто-то на будущего. Такие слова просто так не вылетают, я вам сразу могу сказать. Здесь, смотрите, идет информация о том, что есть люди, которые в вашей жизни были и вносили негативные эмоции, негативные комментарии. Может, даже человек вам не озвучивал, но он думал в этом негативном ключе по поводу вас и мужчины, которому есть чувство у вас, вы вдвоем с ним в одной лодочке плывете. Вы, возможно, кому-то говорили, озвучивали о том, что я чувствую какое-то родство, близость, я чувствую, что нас чувство буквально наполняет, и без разницы, мы с ним вместе или врозь, без разницы, где мы находимся, на каком расстоянии друг от друга, я его чувствую, ощущаю. А этот человек, который находился, и может даже, скорее всего, не один в вашей жизни, он с плохими, с негативными помыслами. Причем я вам скажу так, что он своими негативными помыслами еще и в ваши отношения с ним вносил раздрайв с этим человеком. И сейчас, слава тебе, Господи, этот человек ушел с вашей жизни, и теперь ваши отношения буквально начнут течь в спокойном русле. Вот так, девчонки. Возможно, какие-то энергетические колебания эти люди в вашей жизни создавали своим негативом, своими эмоциями, своим оскалом здесь идет. То есть здесь человек мог вам улыбаться, но это была не улыбка, это был оскал. Это была зависть, это была лесть, это было недоверие, это было сумасшествие буквально от людей, которых вы просто убрали со своей жизни. Умничка моя, молодец. Что между вами? Между вами, девочки. Посмотрите, какая красота. Обожаю. Мужчины, да, переворачивают на женщин. И смотрите, что между вами, девчонки. Какая милость. Что между вами? У вас движение в будущее с этим человеком идет. Вот этот кораблик, на котором он просто примчится в вашу жизнь. Здесь что между вами? Большой этап изменений. Причем я вижу, что здесь мужчина меняется, трансформация у него классная идет, он душу начал услышать. Вы убрали этот негативище со своей жизни. И теперь у вас просто, знаете как, вот когда дамбу убирают и все, фух,
все хлынуло, все потекло, все продолжилось. Вы представляете, что между вами идет? Вы чувствуете, ощущаете друг друга, причем ощущаете очень положительные, очень нежные, вот прям нежные, милые можете его называть для себя, либо же вы так на него говорите. Вот от него такие милые энергии идут. Вот хочется к нему нежно обратиться, нежно посмотреть с любовью, даже, знаете, здесь не страсть, не огонь, нет, вот такая милая нежность идет. Да, класс. Давайте смотреть, о чем молчит его душа. Отлично, он сейчас в таких перетрансформациях пошел, что просто будет очень интересно. Девчонки, также хочу, пока готовлю колоду, напомнить о том, что во время моих раскладов вы можете задавать вопрос Вселенной, который даже не относится к теме моего расклада. И вы обязательно получите ответ на этот вопрос. Также ответ может быть как в этом раскладе, так и в моих других раскладах. В моих раскладах нет срока годности, поэтому в любой момент, когда вы включили мой расклад, именно тогда вам нужно услышать информацию, которая будет передана. Также ответ может прийти вам во снах, смотря насколько у вас развита интуиция, смотря насколько у вас сильная связь со Вселенной. Здесь идет разновидность получения информации, у каждого своя. За личными раскладами, девчоночки мои, обращайтесь мне в личное сообщение, пишите мне в Телеграм, либо в Инстаграм. Ну что же, давайте смотреть, о чем молчит твоя душа. Ого! Ну ты молодец, прямо хорошо начал. Сейчас вам все расскажу, девочки. Чего молчит его душа? О том, что ангел, который живет в его сердце, слушайте, он у вас какой-то на каком-то другом языке, либо с акцентом говорит. Разрывает мне душу. Понятно, что это вы, так как я делаю расклад на пару. Посмотрите, какая вы неимоверная. Он говорит, я уже на Луну готов выйти. Душа молчит о том, что мужчина воет на Луну. Здесь идет речь о бессонных ночах. Здесь идет речь о том, что вы... Кстати, девчонки, обратите внимание, у кого-то есть фотография, где вы стоите. Вот информация сейчас будет очень точечная, но вы должны это услышать. Я понимаю, что у вас у меня тысячи, и здесь не будет стопроцентное попадание, но те, кто это услышит, точно поймет, о чем я говорю. Есть фотография, где вы стоите, и у вас кисть либо рука, вот такое чувство, что не ваша, не... буквально нечеловеческая, девочки. Здесь есть эта информация, я знаю, о чем я говорю. Возможно, какое-то расположение, возможно, расцветка, возможно, тень какая-то на ладошках, на руке, на пальце, какие-то ногти могут быть, вот будто бы не ваши. Есть эта информация, я знаю точно. О чем душа молчит? О том, что этот светлый ангел дан мне судьбой. Молчит душа о том, что она понимает, что вы даны ему судьбой. Вы это исполнение его желаний, и душа четко это осознает и понимает. Начался расклад с огромных, важных старших арканов, которые говорят нам о том, что по тузу пентаклей здесь только ты можешь принести счастье, покой, уют, достаток, умиротворение его душе. Это то, о чем он молчит. Он думает об этом, говорит душа. У него есть это в мыслях на постоянной основе. Он видит вас очень светлую, яркую. Возможно, любите желтые цвета, желтые оттенки, светлое небо. Любите солнце, любите наблюдать за закатами, рассветами, за... Причем у воды здесь идет информация. Либо вы связаны с водой, либо же он сейчас нам говорит, что кто был вместе, помнит момент, когда вы были вместе, у воды были там камни, у кого-то горы. Здесь тоже идет такая информация. И он говорит, что только там мне было хорошо, и было хорошо там только с тобой. Возможно, мужчина вам при встрече тогда и сказал, кто виделся, что ты исполнение моего желания, ты дана мне судьбой. Вот такие вот фразы. Кто не виделся вместе, знаете, что мужчина уже вашу встречу представлял, и как конкретно я уже описала выше. О чем молчит твоя душа?
Он постоянно мечтает о вас, он постоянно вспоминает о вас, кто был вместе, проводил вместе горячее время провождения. Он просто уносит его эти мысли, причем так накрывает, что мужчину бросает в пот, бросает, знаете, как сначала в жар, а потом в холод. Причем он говорит, здесь он может под таким накалом находиться, что когда вот идет информация, либо он тут кулаком бьет, либо же когда он принимает ванну или душ, он может руками бить стены в душе, что аж вода разлетается с брызгами. Либо же если мужчина, например, в бассейне, в океане, без разницы в каком водоеме, он по воде может бить руками, вспоминая вас. Я же и говорю, что тут есть воспоминание, связанное с водой. И он в таком вот, знаете, хочу тебя, просто, блин, я не знаю, не могу. И в этот момент он, выплескивая свои эмоции, вот руками бьет по чему-либо. По воде, либо же по какому-то вот влажному. Вот идет почему-то вода, и стена, либо бассейн, что-то вот такое, вот он бьет, и когда брызги просто разлетают, либо ванная, знаете, вот чтобы разлеталась. Он говорит, я вспоминаю, как ты танцевала, как ты смотрела на меня. Если вы с ним не были вместе, здесь мужчина просто представляет вас в движении, как бы вы двигались, и он говорит, что у вас очень красивые руки, девчонки. Вот здесь точно идет информация. Он говорит, твои руки просто такое чувство, что изображение искусства, и в них идет магия, в них идет волшебство, в них идет что-то уникальное есть в ваших руках. Напишите мне, девчонки, мне будет интересно почитать, чем уникальным вы владеете вашими руками. Может, у вас красивое тело, может, у вас какая-то есть красивая наколка, либо же определенные отличительные знаки, либо же вы сама по профессии. Кто-то занимается определенным видом искусства, связанным с руками. Также он говорит, твой пронзительный взгляд просто проходит через мою душу насквозь. Душа его молчит об этом. Но вы, конечно же, узнаете обо всем у меня на раскладе, потому что я все раскрываю. Молчит, потому как карта идет повешенная. Это действительно карта идет, причем она идет на короля мечей. То есть здесь мужчина не говорит вам это. Здесь говорит его душа. То, что даже душа не озвучивает. Это, знаете, есть определенные ступени, когда человек может слышать разум, когда он может слышать и разум, и душу, когда он может слышать душу, а есть определенная ступень развития, когда человек может услышать, о чем молчит эта душа. То есть это еще высший уровень трансформации, который каждый переживает, каждый развивается, и здесь можно сказать, один из наивысших этапов, которые мы можем здесь раскрывать в одном из моих раскладов. Давайте посмотрим еще, о чем молчит твоя душа. Молчит душа о том, что какие-то три женщины, которые присутствуют в жизни мужчины, преграждают, закрывают дорогу ему к любимой. Три женщины есть. Ну, например, здесь мать, бабушка и начальница, да? У каждого своя ситуация, я просто образно привожу. И они закрывают дорогу вот к милой, к любимой, к той, к которой хочу прикоснуться. Опять здесь идет, вы видите, жидкость, здесь опять идет дождь, здесь опять идет душ. Идет информация такая, кто-то принимал душ, кто-то мечтал, кто-то говорил о том, что я бы хотел сделать это с тобой. Душа молчит о том, что три женщины. Почему? Давайте спросим, почему они, собственно, ему вот ставят буквально луну, да, на продвижение его отношений с вами. Он классный, он сильный, он император. Он может в жизни все сделать, но почему-то здесь идут три женщины, которые стоят буквально перед его движением. Я не вижу, чтобы они ему закрыли это движение, но я вижу, что они вводят его в состояние луны. Ну, здесь идет речь о том, что а зачем тебе надо, если между вами расстояние, то что у вас получится? Ну, здесь могут быть разные, конечно, причины. Если начальница, может, она ему не дает, например,
возможность как-то уехать, либо как-то увидеться с вами, если вы, например, на расстоянии, и мужчине нужно определенное время для того, чтобы добраться до вас и вообще как-то провести время. Три женщины. Причина, почему эти женщины закрывают... Это ж душа, смотрите, она маленькая, она молчит даже об этом. А сейчас мы просто это вскрыли. Почему эти женщины стоят у него на пути? Почему? Слушайте, они здесь говорят, что он должен деньги заработать. И здесь основная идея идет о том, что, ну, как бы, я не могу сказать, что они против вас. Нет, они не против вас, ему плохо из-за этого. Но здесь идет такая речь, знаете, если семейный бизнес, здесь могут говорить родители, ты сначала должен построить свой бизнес, достаток, то есть куда ты можешь деться. Начальница тут тоже опять. Видите, как информация идет у меня даже раньше, до того, как я достаю карты. И здесь идет основное подтверждение, здесь пентакли тема, то есть здесь финансы, блага, достаток, и поэтому ставят его буквально на выбор, понимаете, в двоякое положение, либо если ты поедешь, то ты сейчас потеряешь возможность заработать, либо же ты поедешь к той, ну, вы выходите в прототипе верховной жрицы, естественно, вы уникальная, вы та, которая управляет, здесь идет информация птицами, вы можете управлять животными, они к вам вот слетаются, постоянно вы можете наблюдать в своем окружении, причем люди как-то к вам сходятся, вы можете наблюдать, что вот приходите, например, в магазин, никого нет, становитесь в очередь, и за вами раз, образовалась огромная очередь, а когда вы приходили, никого, и многие могут вам говорить, ты приносишь удачу, да, вот если в торговле, в бизнесе, в таком, здесь тоже есть плюс, к вам тянутся все, постоянно возле вас кто-то находится, вам даже может сказать, можете сказать так, да могу я когда-то побыть в тишине, в одиночестве, постоянно возле меня кто-то находится, вот тянет, тянет всех к вам, как магнитищем просто этим, понимаете как, и здесь у него идет борьба, то есть здесь идет либо заработок финансовый, либо же продвижение, либо с вами, либо же тут финансы. И у него буквально черное с белым, черное с белым. Он понимает, что вы та единственная, но и основные жизненные аспекты, как он говорит, в виде заработка, в виде финансов, тоже здесь ему нужно строить. Возможно, сейчас он только начал свой бизнес, возможно, он только начал эту тропу. Возможно, здесь мужчина перешел на новый этап, и сейчас у него самое то время, когда нужно, понимаете, определиться в этой степени, либо же он сейчас пошел на повышение, на развитие. То есть сейчас, если он притормозит, то все, знаете, как не вернуть потом дальше этот процесс. То есть тут нужно идти, даже переступая через вот на глотку буквально, становясь своим эмоциям, впечатлением и желанием. Вот идет эта информация все равно. Душа об этом молчит. Но знаете что? В душе он не получает покой, он не получает удовлетворения. Смотрите, пятерки такие очень тяжелые карты. Он говорит, что я не нахожу баланс, я не вхожу в состояние ощущения радости, будто бы я себя чувствую полным, наполненным, делая, да, продвигаясь по карьерной лестнице. Я не могу сказать, что здесь он как-то ухудшил состояние свое финансовое, нет. Здесь он говорит, ну а в мыслях-то она у меня постоянно уже просто пробивает мозг. То есть он делает определенную работу, выполняя, там, продвигаясь по своей карьерной лестнице, а вы у него в голове. И только он понимает, что только я буду счастлив, когда я буду видеть тебя, когда я буду чувствовать тебя, когда я буду прикасаться к тебе. Ты сейчас будто тот нереальный образ, который находишься в моей голове, причем на протяжении уже длительного времени. Я стремлюсь к тебе, я хочу к тебе, я желаю тебе, я понимаю, что моя душа будет в покое только с тобой. Душа об этом молчит, она знает. А почему молчит? Потому что сейчас этап, когда нужно мужчине сделать этот рывок вперед в развитии своем карьерном, девочки. Вот что, вот о чем речь идет. О чем еще молчит твоя душа? Он говорит, что я люблю тебя. Ну вот понимаете, как-никак, как ни крути. Я люблю тебя, я хочу идти за тобой, я буду идти за тобой, но сейчас я не могу сделать это. Вот не может он сделать. Вот сейчас у него время, знаете, замороженное, вот буквально время замороженное. Да, у него есть теплица, этот костер, у него есть желание двигаться дальше. Но он говорит, сейчас я в ограничениях.
Ты находишься в моих мыслях постоянно. Ты очень красивая. Вы, возможно... Такой классный он. Смотрите, возможно, у вас где-то наблюдает, где... Сейчас вам покажу прям карту. Вы, возможно, где-то есть на видео или на фото в такой позе. Он прямо вообще восхищается. Восхищается этим видео, либо фото. Он мне прямо это передает прямо сейчас. Говорит, какая ты классная. Восхищается вашими волосами, вашей прической, вашим умением. Он говорит, ты такая сильная. Ты своим взглядом просто можешь пронзить пространство. Знаете как? Вот так посмотрели, и все. Все уже упали. Больше никого нет. Я зашла, значит, здесь только я. Все взгляды на вас. Кто-то был в черном, да, вспоминает вас в черном. Кто-то был при встрече в черном. Здесь вообще мужчина, знаете, любит такую роковую, классную, страстную, сексуальную, чтобы она, вот знаете, не была там домашней такой какой-то размазнёй. Нет, здесь у него победительница, амазонка, которая пройдет все, переступив через всех. Вот такая вот властная, сильная, которую не сломить, которую не согнуть. Он видит вас такой, это же душа его, но она молчит об этом, молчит. Чем молчит еще твоя душа? Ну, смотрите, что я говорю, я только описала эту шикарную амазонку, а сегодня я просто впереди планеты всей. И смотри, какая карта выходит. Вау, вау, вау. Я же говорю, она может все и всех с своего пути просто снести. Все эти, как изначально, да, было на вашей сигнификации, королева жезлова. Ну, вот и парочка моя вышла. Жезловая королева и маг. То есть вы находитесь в одних энергиях. Смотрите, жезловая королева – это девушка с волшебной палочкой в руках. Показываю вам мага. Посмотрите, узнайте своего мужчину. Здесь определенные черты лица, есть движение. Как он сидит. Возможно, книгу он у вас читает, интересуется. Возможно, работает с бумагой, с документами. Возможно, он у вас религиозный, либо иной религии, не такой, как вы. Иной национальности. Посмотрите на него поближе. Какой он классный. Просто манит своим взглядом. Обожаю эту карту. Она такая сильная, такая неимоверная. А вы... Королева жезлов. То есть вы та, которая получает, знает информацию от Вселенной наперед. Здесь вас могут считывать карты, так как вы просматриваете мои расклады, естественно, наперед знаете информацию. Также здесь вы получаете знаки от Вселенной через сны. Либо же, знаете, есть видения какие-то у вас. И знаете, что... Вот у кого-то прям за спиной, кто-то прям чувствует вот какую-то нечисть за спиной. Девчонки, можете, знаете, как спиной чувствовать врага? Здесь тоже есть такое. Вот вы ощущаете, вот насколько, вот, кстати, в сигнификации, о чем я начала говорить, да, показываю, что есть люди, которые вам льстят, улыбаются, притворяются, называют вас там лучшими друзьями, подругами, а на самом деле это просто зависть, это чистая лесть. И вы просто в определенный момент это настолько ясно ощутили и поняли, что вам вообще никакие сомнения здесь не нужны. Вы четко знаете. И вы поставили буквально грань, сетку между этим человеком. То есть он сейчас, причем он здесь не один, здесь минимум три, минимум. Здесь у вас много есть завистников. И знаете как, чем дальше идете, да, вы продвигаетесь. Ну, по жизни же всегда, чем дальше ты идешь, тем больше зависти и лжи возникает, потому как более, больше людей узнают о вас. И, естественно, есть негатив. И эти негативные люди также, ну, они трансформируются, естественно, они трансформируются через вас, глядя на вас, копируя вас, делая те же самые действия, которые делаете вы, возможно, даже фото копируют и видео копируют. Здесь идет полная копия вообще ваших действий в жизни. Но они трансформируются через вас, развиваются. В любом случае, вас это вообще, знаете, как не колышет. Вы даже об этом не тратите время, чтобы об этом даже с кем-то поговорить, обсудить. Вы считаете это настолько уровнем ниже плинтуса, что в вашем жизненном опыте даже нет времени и желания тратить даже энергию на то, чтобы хотя бы озвучить то, что кто-то что-то копирует. Вы это прекрасно знаете, ощущаете и говорите, окей, трансформируйся, детка, я пошла дальше, у меня много дел, много открытий впереди в жизни, какая вы шикарная.
Также могу сказать, что на ментальном уровне у вас происходит, естественно, все самое горячее, страстное, необыкновенное. Причем вы ощущаете его, вы видите, кто-то прям видит тени за спиной. Вот здесь идет прямо за спиной. Здесь мужчина просто может владеть вами, вашим телом, вашими эмоциями на ментале. Но здесь я вам скажу только с вашего разрешения. Когда вы даете на это разрешение. То есть разговоры о том, что я не могу контролировать свой ментальный мир, когда он приходит, но здесь не та. Здесь уже уровень намного выше. Здесь вы прекрасно понимаете, что вы хотите, что вы можете дать, что вы не можете дать, что вы позволяете ему, а что не позволяете. Выпала карта двойка пентаклей. К чему? Здесь расскажи, душа, которая молчит. А, он хочет, чтобы вы энергии свои сменили. Смотрите, я только говорю о том, что вы когда позволяете, даете, когда позволяете, не даете. Он говорит, а можно так, чтобы ты поменяла и стала моей любимой, чтобы я всегда к тебе приходил, когда хотел? Какой ты, посмотри, всегда он приходил, когда хотел. Что Вселенная вам скажет, как поступать в данном случае? Девочки, вы императрица, и вы сами решаете, когда подпускать к вам кого, а когда прикрывать. У императрицы есть свое собственное видение мира, есть своя ценность и важность. Посмотрите, какая она шикарная. Это вы. И она говорит, что никакой мужчина не выйдет со мной на один уровень. Все будут для меня рыцарями, пажиками, и только я выбираю. Да, милый, не нервничай. Кого к себе подпускать, да? Кто как со мной будет поступать, и я решаю. Вот так вот, девочки, включайте императрицу и разрешайте приходить человеку в вашу жизнь только тогда, когда вам это будет нужно, когда для вас это будет положительный опыт, когда для вас это будут положительные эмоции, чтобы здесь не было «я даю, а ты забираешь». Здесь мужчина должен с собой приносить либо энергию. Кто видится вместе, тот должен в любом случае делать внос в ваши отношения, кто словами, кто финансово, кто энергетически здесь, не играя в одни ворота, говорит Вселенная. Отлично. Ну давай, что ты хочешь передать сейчас девушке, которая смотрит этот расклад? Девочки, он говорит, что сейчас я буквально ушел от тебя, сейчас закрыт от тебя. По восьмерочке кубков здесь карта ухода, но с перспективой возвращения. И здесь мужчина придет к вам, смотрите, когда. Либо же это будет зимнее время года, либо же когда похолодает на улице, причем будет какой-то ветреный день, девчонки, и будут в этот день осадки. Понятно, что в моих раскладах нет срока годности, поэтому здесь конкретно про время года я не буду говорить. Здесь идет на похолодание, на день с осадками, когда, вот знаете, среди белого дня вот будет небо настолько затянуто, что солнце не будет видно. Будет проявление, ваш мужчина явится в вашу жизнь, он вернется. Он сейчас сам закрывается, причем. Ну, знаете, что его жутко колбасит, ему от этого не легче, вот знаете как. Вы постоянно находитесь в его мыслях, он говорит, я не могу и не найду никогда ничего, ах, какой классный, ничего похожего. У него есть две дамы, которые испытывают к нему какие-либо, ну, здесь не показывает конкретно, скорее всего, здесь идет по жезловым, ну, они хотят страсти огня, жезловых встреч. А он говорит, что в голове у меня вообще только ты. У меня в голове, кроме тебя, вообще никого нет. Понимаете как? Одна ты. Буквально схватил бы тебя, говорит, и не отпускал. Кто-то прям чувствует на себе, как будто бы горло сжимает. Как будто бы, знаете, заговариваетесь. Как будто бы грудная клетка сжата. Вот прям тяжело дышать, тяжело говорить. Либо говорите в последние дни, будто не своим голосом. Девочки, я знаю, о чем я говорю, поэтому слушаем внимательно. Здесь идет зажатость, которую вы ощущаете с его стороны. Это он в вас цепился, потому как вы включили тут императрицу, я вижу, вы такая, знаете. Ну, если придешь, то давай что-то взамен, взаимообмен должен быть, да, это закон Вселенной, должен быть взаимообмен. Это не я тебе даю, ты берешь, и на этом конец. Нет, должно быть все
вместе. Взаимно мы должны ощущать друг друга, а не кто-то кому-то. Но здесь, да, мы проявляясь в жезловых энергиях, мне неинтересно. А мне неинтересно, он говорит. Потому что, слушайте, здесь у кого-то прямо, у кого-то кожа потрескалась, у кого-то кровь, у кого-то женские дни. Здесь я вижу, какая-то кровь есть у вас. Или на руках. Кто-то, возможно, с красным лаком, девочки. Но здесь я всегда говорю все, что вижу, поэтому я должна это передать. У кого-то кожа треснулась, кто-то что-то с кровью делал. Или с чем-то красным. Напишите мне, девчонки, будет интересно. Так, давайте посмотрим еще, что нам руны захотят добавить по поводу этого вопроса, который я раскрывала. Вы также можете вообще задать и рунам вопрос, который не относится к теме расклада. Можете пока настроиться, я пока немножко помолчу, пока собираю карты. Что вы хотите спросить у рун, и сейчас получите ответ. Так, ну что, надеюсь, вы сформулировали вопрос. А я хочу спросить, что хотят руны дополнить по поводу этого расклада, что нам нужно еще узнать. Так, я надеюсь, вам хорошо видно. Ну, смотрите, эта руна, она означает день. Ближе там вам видно, да? Приобретение, выгодное знакомство и полезные связи. То есть здесь они дополняют нам ситуацию, о которой я описывала, в которой находится мужчина. Здесь он, да, действительно идет через связи, через знакомства для повышения, для развития собственного бизнеса, работы, идет такая информация. Собственность как материального, так и духовного характера. Поэтому здесь нам руны подтвердили информацию о том, что мужчина сейчас действительно развивается, как духовно, да, на сигнификации он у меня вышел таким классным, который услышал свою душу, но также он говорит о том, что сейчас такой этап времени, когда он не может упустить возможность в развитии своем финансовом. Благодарю руны, благодарю вас за уделенное мне время. Всех безумно люблю, обожаю, целую, благодарю за лайки, комментарии. С вами была Евгения и мой канал Таро Солнце. Подписывайтесь.